Шире круг, здесь танцует улица. В ритмах хип-хопа, хауса и брейка. Прямо в центре города. Family Battle – это уже традиционный уличный джем, принять участие в котором могут все желающие. Но обязательное при этом условие – уметь чувствовать тело, музыку, ритм. Всегда людям было интересно, кто танцует на улице, кто рисует на улице, кто музыку делает, кто рэп читает. То есть эта культура, она всегда всем интересна, и она всегда будет жить. И, по крайней мере, в городе Иваново точно. Хип-хоп – это единственный танец, где нет никаких границ. Рисуй своим телом все, что подсказывает музыка. Техничность, сюжетность, расслабленный кач, мягкие волны и четкие фиксации. Вот то, что определяет уровень свободного танцора. Все равно, если взять русские танцы, если взять народные, да, любые этнические танцы, они все равно, у них есть какие-то грани. Вот. Хип-хоп, уличная культура без границ. Сегодня в ритмах хип-хопа движется вся прогрессивная молодежь, но культурный выход танца на улицу в качестве таких вот тусовочных батлов начался еще в 70-х годах прошлого века. Это очень круто, то есть то, что начали проводить такие мероприятия, действительно, идет развитие города. Раньше не было такого на улицах, то есть не замечали. Были, конечно, вечеринки, да, такие события, но были они очень редко и в закрытых помещениях, то есть клубы. А то, что на улице лето, жара, есть чем заняться молодежи, это достойное, как бы, продвижение города. Многие считают хип-хоп танец исключительно мужским, но это неправда. Катя танцует всего 2 года, уровень уже профессионала. Говорит, что всю жизнь шла к этому. Любит хип-хоп в первую очередь за свободу жанра, который диктует общую атмосферу на площадке. Атмосфера уличная, свободы, танца, движения. Мне кажется, это очень круто. То есть ты не закрепощаешься, а делаешь то, что хочешь. То есть абсолютная свобода для тела, развитие, опять же, новые эмоции какие-то. Кроме танцевального батла были организованы соревнования на лучшее граффити. Победителем стал райтер из Кинишмы. Вообще весело, как бы с друзьями много людей познакомиться, пообщаться, посмотреть, как танцуют, послушать музыку. В принципе, вот мы порисовали тут, все пообщались. Ну, очень весело, очень хорошо. Мне все нравится. Самое главное событие в танцевальной жизни нашего города еще впереди. 25 августа в парке Степанова для всех ценителей хип-хоп-культуры пройдет настоящий чемпионат по уличным танцам. Лучшие смогут принять участие уже в соревнованиях мирового уровня в Киеве в конце августа. Посмотрим, удастся ли нашим ивановским ребятам раскачать этот мир. Нина Сардейская, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.